dabei, da ba da ba, ja. Da ba da ba ba, bei da ba ba, da ba ba, da ba ba, ja. Set the ba da 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 ba da da. Sunlight that always stays, dinner by the waterway. It's that sweet life. Raise your cross, made some do crack a smile. Друзья, всем привет. Сегодня захочу записать серию обзорчиков на свои спиннинги, катушки, шнуры, флюорокарбон по головлю. Что я использую, в каких условиях, для чего. В общем, вкратце я расскажу. Начну со спиннингов. Первый спиннинг мой самый чаще всего используемый. Я использую на реке Луга его в основном, когда река такая большая. Достаточно среднее течение, сильного течения там прям такого нет. Но хотя есть там бурлилки, ну... В общем, для Луги река такая, не знаю, сколько она там ширина. Ну, достаточно широкая. Там я использую Белеза Каренти. Вот, 762-ю. Как я ее купил? Хотел изначально 702-ю, но в магазине ошиблись. Прислали мне 762-ю. Ну, в принципе, не особо расстроился. У нее два длина, 2.20 или 2.30. 7,6, в общем. Вот этой удочкой я уже ловлю сезона 3, наверное. Она мне очень всем устраивает. В принципе, ничего не ломается. Ну, если бы она не сломалась бы, наверное, я бы уже и не ловил. В общем, удобная катушка-держатель такой достаточно. Все. Единственное, что вот у меня непонятно от чего вот здесь. Ручка вся покоцалась, не знаю, от чего, почему. В общем, эта удочка, строй у нее фаст, такой фаст, да, не кол, ну и не лапша, в общем, самое вот, что мне нравится. Я бы хотел бы такой же в двухметровой себе каренте, ну, все-таки одной фирмы не интересно, как бы одной модели, хочется что-то новое. Сейчас покажу вам, что я новое купил себе. В общем, этот спиннинг до 10 грамм, от 1,5 до 10, риджи я им легко кидаю. В принципе, да, со шнуром 0.5 small game. Что еще каким максимально веса им кидаю? Ну, чабиков там. В пределах теста все кидаю. Дальнобойный, тяжеловесный. Вот его использую с берега на больших реках. Ну и с лодки тоже по луге. В основном для луги я его использую. Далее по любимости моих спиннингов идет супер белеза. Ну, про нее есть отдельный обзорчик у меня на канале. Палочка до 5 грамм. Здесь у меня все нормально с ручкой, ничего не отслоилось. А здесь у меня бумажечка такая, вот видите. Это у меня катушка карди сюда немножко болтается, почему-то бумажку приходится подкладывать. Сюда в основном, да, карди ставлю. C2000 HGS. Ну вот эта палочка, она такая, конечно, лапша немножко. Ну, не немножко, а лапша. Хотя я ее и на сильном течении, в принципе, кидал. Ну, в общем, для нее есть обзор отдельный. Риджиков, маленьких камиончиков. На маленьких микроречечках использую. Переплюйках, можно сказать. То есть у нее длина 1,96. В общем, про нее обзорчик есть отдельный. Ну, головля, говорю, ловлю им. В принципе, с лодочки беру с собой карентию и... У меня до 10 грамм, а это до 5 грамм. Да ее как раз два комплектика, ну, оптимальненько. И сломать, блин. Так, далее мой любимчик я купил в этом году. Smith Interbaron. Изначально покупал его для форелевой рыбалки, да, но очень мне понравился в головлиной теме. На него тоже есть отдельный обзорчик у меня на канале. Палочка такая с интересным строем, то есть она реально как лапша себя ведет. Ну, когда надо рыбу там, голавль там 1,5 килограмма, 1,3 на него ловил,
и Изи в основном в Беларуси, тоже прикольная штука. Прям тоже чувствительность на высоте. Палка в дугу, когда клювень головольный килограмм. На него отдельный обзорчик есть, поэтому тоже затрагивать не буду. Использую для очень, тоже как и билет, для маленьких речек. То есть это удочка до 6 грамм. Ну, такая для твичинга больше предназначена. Там и ножички потвичить. Ну, вообще она и кренки нормально крутит, все удобненько. Еще у меня есть Fantail до 8 грамм. Ну, это такой реально, ну, жесткий для стримовой рыбалочки. Но, если честно, для головля я его еще ни разу не пробовал. Ну, просто не успел попробовать. Я его купил, обменял, точнее, у Никитоса, друга моего рыбака. В общем, я сезон ему форель ловил, а он головля не успел попробовать, так как я его сломал в конце сезона, в начале сезона прошлого. И долго теперь не чинился. Был в ремонте. Сейчас мне его починили, в принципе. Ну, я еще даже его не тестил, если честно, после ремонта. Вот хочу взять на форелевую рыбалочку. Ники, опять сломал. Ну и новиночка у меня в этом году — это Бриден Гламур Рокфиш. Давно ее хотел себе, присматривал, тоже в видосах там у ребят видел. Наверное, мне как раз палочки двухметровой не хватает, то есть 2 метра 0,1, то есть мне как раз такой палочки не хватает. То есть у меня есть 1,9, 1,6, 2,3. А вот двухметровый нет. Я хотел как раз изначально карентию в таком размере, но пришла 200, ну, короче, 30 какая-то там. И вот я только сейчас его себе купил. Палочка, конечно, такой, ну, с виду кол. Больше поджиг, наверное, микроджиг. Но, как пишут, справляется с воблерами, кренками. Посмотрим. Но у меня, в принципе, для джига, так, ну, для микро ничего нет. То есть белеза особо не поджижишь, супер белеза, она такая мягкая. А это прям такой, знаете, кол-кол-кол, прям, ну, просто, не знаю, и такое маленькое-маленькие колечки, прям, не знаю, шнур тут 0,3 максимально написано. Прикольно, конечно, легкая, всего весит 47 грамм, но потом на нее отдельно тоже обзорчик сделаем. Ну, в основном у меня бойцы — это белезы карентия, на которых я ловлю на луге. И, в принципе, если не знаешь, что брать, берешь ее одну, потому что дальнобойная. Кидает далеко, луга и большая река. А на микроречку уже используют эти все малышки. Вот такой, друзья, обзорчик моих спиннингов. А в следующей серии я расскажу о своих катушках. Так что не переключайтесь, подписывайтесь. Всем удачи и пока. Пока.